Всем привет! У микрофона, как всегда, Странник, а это халява от Epic Games. На этой неделе нам отдают игрушку под названием Windbound. И у нас есть всего неделя, чтобы забрать ее совершенно бесплатно. А перед тем, как мы начнем, я хотел бы попросить тебя подписаться на мой канал. Большое спасибо, для меня это очень важно. Игра Windbound представлена в нескольких жанрах, среди них приключения и выживание. Название игры подсказывает, что мы будем преодолевать неспокойный океан от острова к острову, с надутыми свежим ветром парусами. Главная героиня Кара потерпела кораблекрушение при странных обстоятельствах и очнулась на неизвестном острове. Здесь же она обнаруживает таинственный артефакт – весло предков, внутри которого сочится энергия. На следующем же острове Кара находит ключ Наутилуса – раковину моллюска. Оказывается, необходимо активировать три ключа, чтобы открыть загадочную дверь. Добравшись до острова с этой дверью, Кара прислоняет свой энергетический амулет к отверстию и открывает портал в зал, на стенах которого прорисовывается история могущественного моллюска и его связь с людьми во все времена. Таких фрагментов в истории 5, а значит главной героине потребуется найти еще 12 ключей в 4 разных локациях. При переходе от одного уровня к другому, Кара сталкивается с огромными волнами, скалами, акулами, медузами, рифами, которые могут полностью уничтожить плот и убить главную героиню. Скажем, таким переходом можно рассмотреть того самого моллюска во всей его красе. Собственно, это и есть основной сюжет – собрать всю историю воедино. Но скажу так, даже после прохождения остается куча открытых вопросов. Ну, либо просто я не нашел ответ. Так как игра заявлена как выживание, то мы получим весь спектр удовольствия. Добыча еды, различных материалов, с помощью которых сможем делать себе инструменты, оружие и даже лодку. Сначала это будет обычная лодка, похожая на каяк, но при дальнейшем прохождении мы научимся делать настоящий парусник. А чтобы найти необходимые материалы, необходимо путешествовать от острова к острову. Само путешествие не такое безопасное, как могло бы показаться. В водах местного океана полно акул, которые могут разломать ваш плот и полакомиться вами. Есть что-то наподобие пиявок, и если их вовремя не убрать, то они также постараются потопить вашу посудину. А если вы будете невнимательны, можно напороться на риф. Чем это закончится, лучше не проверять. Но если вы добрались до острова и думаете, все самое страшное позади, не тут-то было. На островах тоже есть различные монстры, которые будут недовольны, что вы посягнули на их территорию. Но если вы победили, то у вас появятся новые материалы и даже еда. В общем, чем заняться, там есть. Помимо всего, есть еще и прокачка персонажа. Если подводить итоги, скажу, что игра неплохая. Мне напомнила игрушку Pine, я ее проходил на канал. Приятная мультяшная графика, неплохая история. Многие еще говорят, что музыка хорошая, но мне больше кажется, это на любителя. За 8 часов прохождения, а именно столько потребуется, чтобы пройти данную игру, она успевает сполна надоесть. Управление персонажем немного деревянное, но терпимое. Иногда встречаются баги, но в основном это связано с анимацией животных. Ничего критичного не встретил. Еще большим недостатком мне в 2022 году показалось, что это одиночное приключение и слишком короткое. Вот прям постоянно чего-то не хватало. Добавить бы туда побольше островов, побольше вариаций во все аспекты игры и обязательно кооперативную игру. Игра бы была топчик. В Steam обзоры на игру не очень, но по большей части негатив людей вызван тем, что игра стоит дорого относительно того, что она предлагает. Я с этим соглашусь, все-таки 1000 рублей платить за такой продукт слишком дорого даже для 2022 года. Но на халяву самое то. Как минимум, самое начало поиграть, пока не освоитесь в механиках, это даже интересно. Конечно, к концу игры, когда уже раскусите всю механику, начинает немного надоедать. Так что один вечерок поиграть можно, а дальше уже каждый решит для себя сам. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Если это так, или же просто хотите меня поддержать, буду рад вашей подписке на канал. Я, кстати, решил тут погрузиться в проект GTA 5 RP. Если вы не знаете, что это такое, то посмотрите первую серию. Буду вам очень признателен. Но если кратко, это мир полной свободы, в котором вы можете быть кем угодно. От работяги на стройке до руководителя всего штата. Интересно, чего смогу добиться там я. В общем, желаю всем хорошего настроения, удачи и пока!